Североосинские спасатели оказали помощь альпинистке из Казани. Накануне в службу спасения обратился руководитель группы альпинистов. Он сообщил, что во время спуска с горы Казбек одна из участниц восхождения повредила колено и не может передвигаться самостоятельно. На место происшествия незамедлительно была направлена группа спасателей МЧС, 10 человек личного состава и 1 единица техники. Девушке была оказана первая медицинская помощь, ей наложили шину, а потом транспортировали. Как сообщают в чрезвычайном ведомстве, сейчас здоровью девушки ничего не угрожает.